Привет, мои верные друзья, я вернулся. Простите, что так долго мне нужно было реабилитироваться после этих болеутоляющих. Но сейчас я чист и готов делать обзор на крутые игры. Так, недавно я наконец-то поиграл в Майнкрафт. Скажу, что был очень жаль... Эй, какого хера ты делаешь? Чёрт, каждый раз! Опять жрёшь свои таблетки? Нет, пап, я делаю видеообзор. Я думал, ты закончил с этим. Когда я был зависим от обезболивающего. Окей, ну и... А что обзор? Эта игра называется Майнкрафт, пап. Ты даже не знаешь, что это. Это та игра, которая выглядит как дерьмо. И все, что ты делаешь, херачишь блоки. Да. И я лучше отсосу у кита, чем буду играть в это говно снова. Я только и делал, что ходил и бил деревья. Потом солнце село, что-то зашипело, и я умер к херам. Ты не играешь в игры, откуда ты узнал это? Я поиграл на твоем компьютере. Когда? Когда ты был в школе. Почему ты не работал? Меня уволили неделю назад. Что? Да, я покуривал травку в комнате отдыха. А эта жирная овца Джуди выставила меня. Ну и так на что мы будем жить? У меня есть заначка, которую я собирал некоторое время. Что будет, когда она кончится, без понятия. Ты получаешь что-нибудь из своих тупых обзоров? Да, но немного. Вот видишь? Я не могу платить за нас обоих, пап. Не беспокойся, я уже начал экономить. Я отключил кабельное и... У нас больше нет страховки, так что береги себя. Стой, что насчет интернета? О, нет, он никуда не денется, окей? Я не предам свое порно, окей? Кстати, я продал свой компьютер. Ты продал свой? Стоп, где ты смотришь порно? А ты как думаешь? А, не ной, я все за собой почистил. Кроме тех мест, где оно слиплось с крошками от печенья. Перевел и озвучил Пони Стю.